того, что мама с тобой разговаривала с детства по-польски. Мама разговаривала со мной с детства по-польски, а папа разговаривал с детства по-русски. Я никогда не отличал, то есть до первого класса в школе я не отличал, что есть два разных языка, польский и русский. Для меня это был один язык. И когда я пошел в школу, для меня было открытие, что дети разговаривают только на русском, а на польском никто не разговаривает, только я с мамой. Вот такая грустная история.